Почему многие не находят истину? Истина подобна яркому, узкому лучу света, сияющему сверху. Мы можем в любой момент взглянуть вверх, сквозь этот луч света и открыться истине. Потом, если мы не будем упрямы, если мы любим истину, Бог научит нас. И в конце концов мы найдем Иисуса и Его крест. Глаза – зеркало души. Мы должны смотреть на истину, и истина найдет нас. Но мы должны хотеть эту истину. Бог ищет тех, кто также охотно ищет Его. Кто ищет, тот найдет. И тому, кто продолжает стучать, дверь откроется. Вот почему многие люди не находят Иисуса Христа. Они не смотрят, не спрашивают, и они перестали стучать в дверь истины. Это потому, что дьявол ослепил их и обманул их миром и его суетой. Жизненные заботы и обманчивость богатства заперли дверь их совести. Они слушают, но не слышат. Их духовные глаза закрыты. И этот милосердный Бог по-прежнему здесь, на каждом углу. Хотя они проходят мимо Него, игнорируя Его, Он возвращается на каждом шагу, возвращается, поднося им чашу, наполненную водой вечной жизни. Но они этого не принимают. Они к этому не готовы, потому что эта вода не позволит им вернуться и к своим цепям, и к своему пристрастию к суетному миру, и к удовлетворению своей греховной плоти. Истина потребует полного отрицания эгоизма и распятия нашей плоти. Немногие готовы к этому, кроме тех, кто искренне любит Иисуса и знает Его Святой Дух.